Всем привет, меня зовут Денис Шевченко, и вы находитесь на канале уроков игры на гитаре «Первый лад». Меня уже давно просили записать что-нибудь и рассказать о серф-музыке, сегодня я делаю это. Пожалуй, самые известные вещи серфа – это композиция Дик Дейла, которая называется «Misery Love», она же песня из «Криминального чтива», она же песня из кинофильма «Такси». Меня часто спрашивают здесь, на YouTube и ВКонтакте, в какой же группе я играю на гитаре. Сейчас я готов рассказать вам об этом, потому что мы с друзьями-товарищами собрали новую прекрасную группу, которая называется «Smog and Hobby», и выпустили 3 новых видео с совершенно новыми песнями, которые мы сочинили все сами. И, если хотите, вы можете посмотреть это на YouTube и подписаться на уже группу «Smog and Hobby» здесь, на YouTube, как я уже сказал, и ВКонтакте. Заходите к нам, у нас весело, мы все очень веселые парни и играем энергичную рок-музыку. Также не забывайте подписываться здесь, на канале «Первый лад», если вы до сих пор еще не сделали этого. Также ставьте лайки и оставляйте пожелания по разборам песен. Как видите, это иногда осуществляется. О других ансамблях, в которых я играю, я могу вам рассказать в другой раз, это не менее интересно. Я хочу сразу сказать, что эта композиция в ее оригинальном темпе довольно непростая штука, поэтому, если вы не чувствуете себе физических и моральных сил осилить это, лучше за нее не беритесь с самого начала. Те же, кто готов дерзнуть, я расскажу вам, как сделать это довольно медленно, но зато эффективно, и в конце концов вы будете играть ее в оригинальном темпе. Также это отличное упражнение для правой руки, которое поможет вам играть и рифы, и просто какие-то прекрасные ритмы в стиле фанки. Она очень прокачивает вашу правую руку. Итак, друзья, сначала разберем с вами вступление. Надо сказать, что подобные серф-композиции играются при достаточно большом уровне реверберации. Так что, если у вас на комбике или педальке есть такая функция, выверните это довольно сильно до такого эффекта. У меня на комбике реверб так себе, бывает гораздо лучше, надеюсь, у вас именно такой. Разберемся, что у нас здесь происходит с правой или левой рукой. Правой рукой вы практически постоянно играете эффект тремоло. То есть вы играете 16-ми нотами по одной из струн, по шестой или по первой, в случае с данной композицией. Обращайте внимание, что ваш медиатор должен самым кончиком касаться по искомой струне, по которой вы играете, потому что если вы чуть-чуть глубже залезаете медиатором, то вам уже неудобно играть довольно быстро 16-ми нотами. Многие меня часто спрашивают по поводу того, что можно ли медиатор поворачивать углом к струне. То есть, чтобы он скользил не параллельно, а именно под углом. Так, конечно, играть проще, потому что вашу струну тогда ничего не цепляет. Но, с другой стороны, вы что-то теряете в звуке, потому что, когда у вас просто flat picking, звук поувереннее и популеметней. Мы разобрались с вами с правой рукой. Что еще здесь можно сказать, что я предпочитаю играть этот риф без опоры на мизинец, как когда я играю и на шестой струне, и на первой струне. Я считаю, что мизинец тут только мешает, так что мой совет, опирайтесь на, скорее, вот эту часть вашей руки, на ваше запястье. Начинаем мы следующим образом. Открытая шестая струна. Таким образом вы играете. То есть обратите внимание, где я расставляю здесь акценты, и попытайтесь повторить этот ритмический рисунок. Там, така, така, там, така, така, там, така, там, така, така, там, така, така, там. Давайте теперь поговорим о, собственно, гамме, на которой строится эта песня. Это фригийский мажор, то есть это стандартная мажорная гамма ми, но с пониженной второй ступенью. То есть у нас получается с вами открытая, первый лад, четвертый лад,
пятый лад, седьмой лад. Восьмой лад. Одиннадцатый лад и, соответственно, двенадцатый лад. Ми через октаву. То есть у вас получается ми, фа, соль диез, ля, си, до и ре диез. Сначала мы задействуем следующие ноты. Давайте разберем с вами этот кусок. Открытая струна. Первый лад, четвертый лад. Пятый лад, седьмой лад. Восьмой лад. Одиннадцатый лад. Опять потом восьмой лад. Открытая шестая струна. Седьмой лад. Обратите внимание, как вы делаете слайд. То есть вы медленно скользите пальцем вниз по грифу, продолжая играть тремоло вашей правой рукой. И так далее. Итак, это первая часть. Вторая часть у нас звучит так. Это начало второй части. Обратите внимание, здесь как раз будут встречаться сложности. У нас получается восьмой лад, седьмой лад и пятый. Два раза по восьмому. Потом седьмой, восьмой, седьмой. Послушайте, как это звучит. Еще раз. Дальше. Итак. Седьмой лад. Пятый лад два раза. Седьмой лад. Пятый, потом опять раз. Потом четвертый лад. Потом открытая, шестая струна и опять четвертый лад. Давайте все вместе вам сыграю. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Затем вторая часть. Два раза. Один раз. Пятый, один раз седьмой. Потом два раза на пятом и на седьмом. Четыре раза.
потом опять открытая, четвертый лад. Следующий риф. Пятый, четвертый лад. Два раза пятый. По одному разу четвертый, пятый, четвертый. Потом опять два раза четвертый. Два раза пятый. Четыре раза четвертый. Два раза первый, два раза четвертый. И открытая шестая струна, либо аккорд ми мажор. Давайте медленно, я вам все сыграю. Сейчас тот темп, в котором я играл, начинайте с него. То есть у вас не получится играть быстрое тремоло, если вы в медленном темпе сбиваетесь с 16-х нот и с нот здесь. То есть если вы уверенно играете всю эту вступительную часть в таком темпе, тогда вы можете сделать темп на 3-4 единицы побольше. Итак, далее, и далее, и далее, и далее. В оригинале темп где-то с 170 BPM. Итак, теперь вторая часть. Начинается она, что вы тремоло просто играете по двум струнам с 12-го лада. И я спешу вас обрадовать. Вторая часть на первой струне, она абсолютно такая же, как на шестой по ладам. Потому что шестая струна ми и первая струна ми, она повторяет в точности мелодию шестой струны. Давайте на всякий случай я вам сыграю. И далее у нас идет партия трубы, которую я тоже переложил для гитары. Начинается она так. Здесь у нас пятый лад второй струны, и здесь восьмой лад третьей струны. Вторая струна, третья, опять вторая. Шестой лад второй струны, седьмой лад, восьмой лад второй струны,
Четвертый лад первой струны, пятый лад первой струны. Еще раз. Далее. Четвертый, пятый, седьмой лад первой струны. Далее все на первой струне играется. Пятый, седьмой, восьмой. Седьмой, восьмой, одиннадцатый. И потом двенадцатый. Можете его сыграть с рейком. То есть здесь мы глушим все струны, кроме первой. И звучит у нас только первая струна. Также вы можете играть с вибрато. Это оживит вашу игру. Далее. Следующая фраза. Тринадцатый лад. Двенадцатый. Тринадцатый. Далее. Двенадцатый лад хаммер по тринадцатому и пуловер к двенадцатому. Следующая фраза. Двенадцатый лад. Десятый лад хаммер до двенадцатого и пуловер обратно до десятого. Дальше, двенадцатый, десятый. Далее, указательный палец на восьмой лад. Хаммер он и пулов по десятому. И седьмой лад. Итак. Первая часть. Далее. Десятый лад. Восьмой. Затем хаммер и пол к десятому ладу. Десятый, восьмой, седьмой. Седьмой, четвертый, седьмой, четвертый. Вторая струна. Шестой лад и пятый. Дайте все вместе. С два, три. Два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И дальше опять же. И вступает гитара. Это у нас последняя часть, давайте разучим ее, и теоретически вы сможете сыграть уже эту вещь целиком. Часть после партии трубы по сути своей повторяет партию трубы в нотах, но чуть-чуть немного другая ритмически. Начинаем мы пятый лад, шестая струна. То же
самое четвертый, пятый, седьмой лад. Далее. Пятый, седьмой, восьмой лад. Потом. Седьмой, восьмой, одиннадцатый лад. Потом восьмой, одиннадцатый и двенадцатый лад. Давайте разберем. Лучше здесь играть сразу вторым пальцем, чтобы потом было удобнее. Раз, два, три, четыре. Еще раз. Далее. Здесь лучше опять перейти на первый и второй палец. Два раза. Тринадцатый. Один раз двенадцатый, тринадцатый опять двенадцатый. Два раза двенадцатый. Два раза тринадцатый. Четыре раза двенадцатый. Далее. Два раза тринадцатый. Здесь два раза двенадцатый. Один раз десятый лад. Потом двенадцатый лад, опять десятый. Опять по десятому два раза. Два раза по двенадцатому. Четыре раза. Четыре раза по десятому, по восьмому. И седьмой. Итак. Повторяем. Десятый. Потом седьмой. Четвертый. Седьмой, четвертый. Еще раз седьмой, четвертый. Потом первый и открытая шестая. Давайте еще раз вторую часть этого рифа. Три, четыре. Дальше идут все части, которые вы знаете. Давайте теперь соединим всю партию гитары, которая играет после партии трубы, целиком. Раз, два, три, четыре. Вот и все. Как я уже и сказал, не торопитесь. Сначала выучите просто ноты, мелодии, без тремоло. Потом подключайте тремоло и играйте это в довольно медленном темпе, слегка за 100. Чтобы у вас действительно было 16 именно такие. И только когда вы освоитесь в таком темпе с каждой из этих частей, вы можете повышать темп совсем понемножку, как я и сказал, на 3-5 ударов в минуту больше.
Круто, друзья, теперь у вас в руках еще одна инструменталка, вот ей-то вы точно поразите всех друзей, знакомых и даже вашу девушку или парня. Если вы девушка или парень, сейчас уже в наше время это совершенно не важно. Пока, увидимся, до новых встреч.